Луковицы Георгина декоративной Манхэттен Айленд станут настоящим украшением цветника. Это крупный сорт, который представлен однолетними кустами до 90 см в высоту. Его можно выращивать на дачном участке, в кашпо или в теплицах, а также срезать и добавлять в букеты. Главная особенность Георгины Манхэттен Айленд – это ее крупные цветы. Они могут достигать 20 см в диаметре, очень яркие и объемные. Каждый цветок состоит из большого количества плоских ажурных лепестков насыщенного красного оттенка. Сорт отлично подходит для среза и долго хранится в букетах. Георгина декоративная Манхэттен Айленд – это однолетнее растение. Георгина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. Интересные цветы георгина могут быть до 20 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.